В Магадане началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. У производителей этот медикамент приобретает Минздрав России. Далее он направляет в регионы строго определенное количество небольшими партиями. Получатели вакцины – региональные Минздравы. Им дали задание подготовить холодильные ящики для ее хранения. Там должен соблюдаться строгий температурный режим 18-20 градусов мороза. В Магаданской области первая партия вакцины «Спутник Ви» поступила на склады второго уровня ОГАУ «Магадан Фармация». Здесь созданы все условия для хранения этого препарата. Затем вакцина небольшими партиями передается в МОКБУС, поликлиника номер 1, для использования. Решением регионального правительства и Минздрава определены лица для проведения вакцинации. Это медики лечебных учреждений, так как именно сотрудники медицинских организаций являются первой линией контакта с заболевшими COVID-19. Как только медики будут привиты, начнется вакцинация лиц из других групп риска – педагогов, социальных работников, работников транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронических больных, людей, имеющих онкозаболевания. Данные о каждом привитом против новой коронавирусной инфекции заносятся в специальный электронный ресурс. Гражданин по своему желанию сможет вести на портале государственных услуг дневник самонаблюдения. В нем магаданцы будут отмечать состояние своего здоровья после проведенной вакцинации.